Итак, в Рязанской области прорвало магистральный газопровод. Итог – гигантский столб пламени. На месте работают спасатели. В 17 часов 55 минут поступило сообщение о прорыве и последующем загорании на магистральном газопроводе в районе населенного пункта Онкор Путильского района Рязанской области. К месту происшествия направлено 10 единиц техники, 24 человека личного состава. Угрозы жизни населения нет, отключение газа в Рязанской области не последовало. Загорания лесного массива не было, было загорание травы, находящейся вокруг места происшествия. В настоящий момент загорание травы ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.